Добрый вечер, дорогие друзья! Это Максим Мадзе, и осталось всего 2 дня до Нового года. Сегодня 29 декабря, и сегодня я решил поиграть в какую-нибудь такую игру, которая, хоть и виртуальная, но игра, вот, которую играют руками на поле там. Сегодня это мини-гольф. Та игрушка из Steam, она называется Golf with your friends. Гольф с друзьями. Ну, правда, я без друзей. Напарник... У меня есть один напарник, но у него микрофона пока нет. Ему микрофон нужен. Так что играть не придется сегодня одному. Короче, сегодня мы так, офлайн. Потому что у меня никого больше нет. Короче, игрок один, режим офлайн. Давайте начнем с классики. Режим Forest — это первое поле. Такое вот красивое поле, лес, домики тут всякие. Игрушка интересная на самом деле. Неплохая. Завтра вот, скорее, завтра будет последний ролик, связанный с... Так, держим левой кнопкой мыши, а затем отпускаем и бьем. Вот откатился, конечно, не туда, куда бы я хотел. Теперь аккуратненько. Вот так вот делаем. Буги. Буги — это с трех ударов. Нет, не очень, конечно, хорошо, но... Там внизу это... Не поместилось немного. Там внизу... Справа строки написано, там немного не влезло. Потому что мне пришлось не полноэкранный режим сделать. Потому что в полноэкранном режиме не записывается. Никак, поэтому, ну, строки там написаны, короче, строки-то сколько мы раз запустили, не обращайте внимания. 30-го завтра будет, скорее всего, будет последний ролик, связанный с играми или чем-то другим. Strike, Hole in One. А 31-го будет новогодний выпуск, которым мы будем подводить итоги 2019 года. Выйдет этот выпуск... Днем где-то примерно. Не ближе к Новому году, где-то днем. Буги. Снова буги. Ай, господи. Когда будет возможность с напарником, тогда, может, еще сыграем в эту игру. Ай, блин, слишком. Или рано, или поздно. Опа. Давай прямо в ямку, в ямку, в ямку, в ямку. Чуть-чуть не хватило. Жаль. Опа. Буги. Снова буги. Буги-вуги, блин. Короче, теперь вот так вот отрикошетиваем. И еще один удар. Это пар. Здесь у нас очки пишутся. 50, по-моему, очков. Хотя, или не 50. Блин, я просмотрел. Ой, блин, тут же надо силой бить. А я что-то вообще слабо сейчас запулю. Огонь! Эх, не получилось, ну ладно. Вот так. 15 очков. 15 всего. 50 — это вообще было бы отвратительнейшее. С этой игрой я познакомился на Ютубе. В нее играл Дмитрий Куплинов, известный ютубер, вместе с Алексом Позитивом. Во второй серии не только с Алексом, но еще и с Коляном. Кстати, советую подписаться на их каналы. Очень. Дмитрий Куплинов и Алекс Позитив — это реально классные ютуберы. Куплинов особенно. Обожаю Куплинова. Правда, не смотрю у него только то, что мне интересно, те игры, которые мне интересны. Алекс Позитив вот с Олегом Брейном сейчас записывают
GTA 5 в онлайне снимают вместе с Олегом Брейном. Алекс Позитив. Вот у них, когда они вместе снимают, там вообще умереть со смеху просто можно. Угар там такой, что слов нету просто. Не всегда, конечно, там сильный угар. Но угарчик бывает иногда. Сейчас, они также сейчас снимают GTA Криминальную Россию в Сан-Андресе на Радмир третьем сервере. У меня, кстати, я наконец-то получил возможность по серверу с друзьями играть на Радмире. На Радмире, кстати, там в GTA San Andreas Криминальной России там вообще просто охренеть. Там вообще как будто новая игра. Симулятор жизни в России какой-то, потому что там не дадут тебе возможности грабить просто так машины и делать, что хочешь. Там будет уже симулятор жизни, вот самый настоящий. Там надо зарабатывать деньги, искать себе работу, машину себе покупать в магазине. Причем там машины, кстати, из нашей страны. И иномарки, конечно, тоже присутствуют. Хороший удар. Так, ямка 13. Давайте туда. Эх, не попал, к сожалению. Ну ладно. Теперь вот так. Бридди. Я сейчас... Бридди. Как-то так примерно я. Чуть не прочитал нормально. Блин, куда ты? Теперь, короче... Так вот стреляем и попадаем. Блин. Бедре, блин. Господи, я не успеваю прочитать. Вот так, блин. А тут еще ловушка где-то есть. Огонь, нафиг. Да что ты... Огонь, да что ты, е-мое. А, ну, ничего, так тоже сойдет. Короче говоря, вот теперь стреляем так. Да, е-мое. Как попасть-то туда вообще, блин? Нормально. Нет, не падай. Ах ты, блин. Да чтоб тебя, а. Наконец-то. Теперь надо в лунку правильную попасть. Ох, ё-моё, с какие там лунки дальше пойдут. Тихо, ты куда? Надо попасть именно туда, где флажок. О, сейчас попадем. 8 минут уже записываем. 12 попыток, блин, израсходовали на это. А всего их, по-моему, блин, я не помню. По-моему, 12-то максимум. По-моему, я максимальное количество попыток использовал. Давай. Холлен Уан! Круто, блин. Короче, теперь надо попасть туда как-то. Аккуратнее. Буги, отлично. Сам Олег Брейн тоже классный ютубер, довольно известный. У него скоро 10 миллионов будет уже, наверное. Короче, я советую подписаться на таких. Заглянуть хотя бы, оценить таких ютуберов. Если кто-то не знает, таких как Куплинов, Плей, Алекс Позитив, Олег Брейн. Все?
Это была последняя лунка, отлично. Давайте, ладно, еще на одно поле зайдем. В пустыню. В пустыню давайте зайдем. Так. Оазис называется даже. Так, и давайте, чтобы поинтереснее что-то было, шарик изменим. Кастом. Можем шарик изменить, можем что-то другое поменять. Так, где тут сменить шарик? Ball size. Default. Blurch. Random. Эх. А, нет, это не то. Фух. Вот. Egg. Cube. Cylinder. Cone. Давайте возьмем конус. Потому что он как на пирамиду похож. И изменим цвет шарика. Красненький. Зелененьким надо чуть-чуть. Такой вот цвет пусть будет у нашего шарика. И так. Каст. Коун. Ну все, поехали. Куда ты, я не то выбрал. Ну как выйти? И туда нажал, блин. Все, поехали, наконец-то. А теперь мы играем за шарик. А, зашибись. Это все вырежу, скорее всего. Я не то хотел выбрать. Конус возьмем. И возьмем оазис. Ну все. Теперь-то точно мы поехали. Конусами будем играть теперь. Огонь, нафиг. Конусами не так, конечно, удобно играть. Но разнообразие какое-то нужно. Огонь. Огонь, блин. Дабл буги. Дабл буги это не очень-то хорошо. Давай быстрее. Теперь вот так. Вот так. Буги. Не так уж и плохо. Продолжаем. Яма третья. Блин, куда так далеко? Вот это вот довольно сложное место. Надо так попасть, чтобы... Вот особенно шариком вот это вот тяжело. Сложное место. Да тихо ты, куда? Вот конусом это не так тяжело. Потому что он цепляется. Ну и... все. За 12 попыток, блин, управились. Сейчас бы еще бы одну потратили, и все, не было бы дальше никакой возможности. Ну-ка, огонь, блин, ну куда ж ты, е-мое? Опа, ну не туда же. Ладно, вот так тогда попробуем. Эх, мимо. Мимо. Так, да что ты будешь делать? Да е-мое. Надо было что-то другое выбрать вместо этого конуса. Опа. Кончились попытки, зашибись.
Следующая трасса, точнее яма. Лунка. Как там их, господи? Так вот. Блин, вот тут, к сожалению, с графикой проблемы. Давай следующее, следующее. И сейчас вот надо. Вот, блин, вот тут сложно будет вообще. Опа, на куда ж ты, ё-моё? Вот конусом тут реально тяжело. Но разнообразие надо. Нам надо какое-то нам разнообразие. Да куда ты мимо-то? Господи, я вот так точно промахнусь. Надо было шар брать, а не этот сраный конус, блин. 8 попыток. Израсходовано. Да ё-моё. Да... Господи. Вот так вот надо было. Хорош. Попытки закончились. Ну ладно, мы все равно почти добрались до нее. 62 очка уже. Не хватило, да? Немного. О, вот тут не очень-то будет легко. Хотя нет. Походу я ошибся. Нет, не ошибся. Я выпал. Нафиг, да еб. Шариком легче будет, конечно, играть. Ну. Так вот. Выпади, не выпади. Ух, слава богу тебе. Теперь. Блин, не хватило немного. Попытки закончились. Конусом неудобно играть. Теперь давайте туда. А ты зашибись. Вот по мостику бы сейчас добрались бы спокойно. Спасательный круг. Спасательный круг спаунится, когда в воде показываешься, бля. Забавно, конечно, спасательный круг прицепить к конусу во время гольфа. Сто очков. Зашибись вообще. Блин, опять спасательный круг. Но нам туда не нужно. О, нет, вот это будет нелегко точно, я вам говорю. Короче, нам надо как-то... Вот так. Ох, я думал, он сейчас выпадет за пределы нафиг. Да... Да на него что-то. О, 111 очков. Хорошенько проскочили. А вот здесь-то как конусом будет.
А вот тут конус. А тут конусом никак. А может и как-то и можно. Фиг знает. Можно, можно, можно. Я думал, нельзя. Гонь нафиг. Да еб... О, сейчас надо в рот залететь. Тут только вот сложно будет это. Сначала будет. Да ё-моё. Я почти... Господи ты, боже мой, ну залети ты в рот, а! Вот мимо все время летит. Ну все, попытки кончились. Дальше я бы в тот храм залетел бы сейчас в конце. Дальше там в конце я должен залететь в тот храм, и мы оказываемся в храме. Такое освещение прям тут зашибенное. Суперское. Куда? Еще и шарик светится, ну конус светится еще так в темноте. Не вообще не прикольно, конечно, вылетать за пределы. Опа. Свет из ямки теперь такой. Все, наконец-то. Сколько у нас еще лумок осталось, а? 17-я лунка, офигеть. Сколько их тут всего, а? Знать бы мне бы хотелось бы. Блин, я так хотел закончить ту лунку, где я залетаю в этот храм. Но с конусом вряд ли что-то вообще получится. Да, блин, она не может. Хорош, хорош. А куда надо? Туда? Видимо, туда. Теперь тут надо, я помню, проскользнуть. Затем в эту дырочку. Опа. Только не совсем сюда, нам надо туда. Чуть-чуть так. Опа, да ё-моё. Надо прыгнуть отсюда туда как-то. И там и заканчиваются лунки. Там последняя лунка, кстати. Ой, прямо в эту вазу прыгнул. Ну все, это последняя лунка была. На этом мы, пожалуй, закончим. Мы в следующей серии уже, наверное, уже в следующем году посмотрим другие уровни в этой игре. И посмотрим другие виды шарика. За яйцо, может, сыграем. Что-нибудь еще. Ну, а на этом, пожалуй, все. Увидимся с вами завтра. И всем огромнейшее спасибо за просмотр. Подписывайтесь. С вас лайкосы и подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал.
и на группу ВКонтакте. Но я не настаиваю. Всем пока. С вами был Максим Мадзе. И с наступающим Новым годом!